Достопочтенный шейх, день праздника совпал со днем пятницы, в то время как имам пришел и провел с молящимися только молитву Зухар. И каково шариатское постановление относительно этого? То есть он не провел хутбу, то есть провел Зухар-намаз вместе с молящимися без хутбы. И каков хукм этого? Этот вопрос, относительно которого есть разногласия среди ученых, да помилует их Аллах. И более правильным мнением, на которое указывают доводы, что люди совершают праздничный намаз в отведенных для этой молитвы местах. Для имамов является необходимым проведение молитвы джума в соборных мечетях. И имам говорит во время хутбы, тот, кто посетил праздничный намаз, ему не обязательно посещение джума. То есть такой человек совершает дома зухар намаз. И в каждой местности должен проводиться лишь джума намаз. И вот сейчас мы говорим, если совпали праздничный намаз и джума намаз, то праздничный намаз должен совершаться, и это обязательно. Для того, кто посетил праздничный намаз, есть выбор. Между тем, чтобы совершить пятничный намаз в мечети вместе с имамом, или же намаз зухар дома. Во-вторых, обязательно проведение пятничного намаза в конкретной местности. И тот, кто присутствует на ней, тот молится пятничный намаз. А тот же, кто не присутствует, он совершает зухар намаз дома. В-третьих, молитва зухар не проводится в мечетях в этот день, потому что является обязательным проведение в мечети молитвы джума, и не проводится зухар намаз. Это является наиболее предпочтительным мнением, на которое указывает сунна.